порядка 20 петропавловских дворов благоустроят в этом году. В зависимости от дизайн-проектов, там положат асфальт, установят ограждения, лавочки и урны, обустроят детские и спортивные зоны, сообщают в мэрии. Речь идет о дворах, которые вошли в муниципальную программу по проекту «Единая Россия. Городская среда». Всего в этом году управляющие компании ТСЖ Петропавловска подали 40 заявок на включение в эту программу. Все они одобрены, но с учетом финансирования в этом году благоустроят только 19 дворов, которым общественная комиссия отдала наибольшее количество баллов. Остальные стоят в плане программы.